На носилках около сарая, на краю отбитого села, санитарка шепчет, умирая: «Я еще, ребята, не жила». И бойцы вокруг нее толпятся и не могут ей в глаза смотреть. 18. Это 18. Но ко всем неумолима смерть. Через много лет в глазах любимой, что в его глаза устремлены, отблеск зарев, колыхание дыма, вдруг увидит ветеран войны. Вздрогнет он и отойдет к окошку, закурить пытаясь на ходу. Подожди его, жена, немножко. В 41-м он сейчас году. Там, где возле черного сарая, на краю отбитого села, девочка лепечет, умирая: «Я еще, ребята, не жила».